добрый вечер. Галина Хабачица, Денис Филатов, про Федота Стрельца, удалого молодца. Бабьяга, ты чего это не в себе? И прыщик на губе. Ой, растратишь ты здоровье своей творческой борьбе. Спробуй заячий помет. Он ядреный, он проймет. И куды целебнее медом. Ну, хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут. И с него бывает, мрут. Ну, а за то, кто выживает, те до старости живут. Я фольклорный элемент. У меня есть документ. И я вообще могу от седа улететь так в любой момент. За жарули, за пургу, все бронят меня в коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Вот так ведь я ж дитя природы. Пусть дурное, но дитя. Коль судить, так тех двоих, соучастников моих. Это ж я по виду, тут нечисть. А по сути, чище их. Ой, и куды ж мне вдову? Ну, разве только что в хиву? Я и так уж на отшибе, дальше некуда живу. Не для отдыха души подошли бы тетюши. Там, а в смысле медицины, травы больно хороши. Ну, а мне же для души роли главные нужны. Так что думайте, решайте. Скорее приглашайте.